уважаемые депутаты парламента, члены Совета Республики, уважаемые соотечественники и гости. Как глава государства считаю своим долгом подробно и основательно озвучить перед народом Беларуси, международным сообществом, позицию о происходящих вокруг нашей страны процессах, обозначить направление будущего развития, исходя из складывающейся ситуации. Как мы и прогнозировали, наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они приступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали. Это уже не информационная война, это гибридная современная война. Нужно сделать все, чтобы она не переросла в горячую. Они не могут нам простить ни Тротила, ни Манкуртов, поэтому боятся новых разоблачений в показаниях как беглых, так и внутренних. В ближайшее время мы вам представим, как и всей общественности, все, что они наговорили, в том числе и недавно задержанные. Именно поэтому они перешли от организации бунтов к этапу удушения. Идет поиск новых уязвимостей. И это направлено не только на нас. Мы для них полигон, экспериментальная площадка перед броском на восток. Опробировав у нас, они пойдут туда. Хочу напомнить, что один известный экстремистский канал, который родился на белорусской проблематике, но не на нашей земле, уже вовсю работает против России, показав тем самым истинную цель западных стратегов.